У нас есть потери? Да, у нас убило кого-то. Надо Салим? чекнем. Ну, Салим или Дэвила, или обоих. Ну, там четко прилетел ваш блиндаж. Я рядом с ним сидел. Какой-то Эндрю врал. Слышал, наверное. Где он? Я бинокль возьму. Можно попробовать? Казак как? Вижу труп, дистанцию высчитайте. Еще раз? Высчитайте дистанцию, главное. Салима убила. Салима тоже? Ну, я вижу Салима труп сейчас. У него медицины есть, кому надо. Просто тоже тут блендер нашел кого-то. Похоже, что это... Эйл. Где мой рюкзак? Че, камикадзе тоже? Охренеть, пиздец, что было? И тебя тоже ёбнуло, пиздец. Хер а в упор подошел. Было? В упор подошел, блядь. Пиздец. Нет? Тебя с миномета убило, да? Меня? Меня? Да Салим. Господи, а Феникс летает, да? Господи, Дрен. Да, блядь, я тут, я вижу, смотрю, ты блядь, просто каска, наркоман. Блядь. Ну ты ж слышал, просто... что нас убили. Я слышал, блядь, я каску увидел, блядь. Пиздец, он смог я подобрал. Я сразу по каске, сразу, блядь, на реакцию взял, я сразу потом начал стрелять, блядь, когда понял, что... А я не понял, как они так прошли, блядь, почему? Я хуй знает. У нас, мы же там всей страной, да, сидели? Ну, нет, не всей. Не всей? И все сидят сейчас в окопе, блядь. Как я вижу, рафы там. А, не, рафы нет. Они подошли там, кто перед нами вообще не было никакой защиты. А. Блядь, он снова подобрал твой, сука. Давайте что-то... посмотрим на казака. Казака посмотрим, да, как да, он да. сольется. Да, может. По-моему, я попал по пацану, не? Не стрелял даже. Не, я стрелял. А походу, блядь, понятно, сервером. Да, да, сервер лагает. Ага, не, вышка, нет, вышка я скажу, что, блядь, лоханулся, блядь. Пиздец. Ну я понял, где он примерно. На рожон-то зачем просто полез? Ждал бы, он сам пришел бы. Да, блядь, ждал бы, я знал, где он примерно. Я думал, блядь, типа за окопами около этого, дальше где. Ладно. Вы там сидели. А он оказался ближе, чем я думал. Обычно козак первый умирает, а тут он единственный выживший остался. Не, ну интересно, как подошли, блядь, что вообще не увидели. Ты, я тубеху наблюдал, или что там, БМД. И тут мне в табло просто передо мной. Понятно. И Грег за меня, я так понял, стоял, то есть нас прям в одной очереди положило. Да, я видел, слышал, как жестко. Ладно, давай, выхожу.